Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», 8-й том, вопрос 2097. Хватит ли у вас сил и мужества противостоять 40 подвижникам? Деяния 23 глава, 21 стих. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. Готовы, ожидая твоего распоряжения. За то, что вы дерзнули пересмотреть так любимые православным народом житие во свете Библии, невзирая на лица и авторитеты, которые вновь предъявят обвинения и доводы вашей неправоты. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Конечно, хорошо, когда семя сразу же вырастает и нет сорняков, но когда пожар со всех сторон и выжигает дотла, и видишь полчаса грызунов и тех, кто натравливает на тебя пьяный слуг соседнего землевладельца и работорговца, тогда руки задрожат. Деяния 20 глава с 29 по 32 стих. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Но уповая на Бога и на молитвы тех святых, которые точно так же переносили такое поношение за обличение распущенности священнослужителей и их насаждение тьмы, их благочестивое в кавычках верование во все, лишь бы оно было против Библии. В житиях таких подвижников больше половины, чья деятельность была не по Евангелию, а велась своими силами, как бы являясь вызовом Богу. Иероним Стридонский, 15 июня, кавычки открыты. Это настойчивое указание, что достижение христианского совершенства невозможно без полного отречения от мира и плоти, отталкивало от него не только язычников, но и многих христиан. Этим обстоятельством воспользовались некоторые порочные члены тогдашнего общества, чтобы обвинить подвижника в лицемерии, распространяя про него всевозможные клеветы и обвинения. Многих смущало и то глубокое уважение, с каким блаженный Иероним относился к Оригену. Такая враждебная настроенность, поставлявшая вину блаженному Иерониму, даже его очевидные заслуги, особенно усилилась после его письма к Юлии Евстохии о сохранении девства. Письмо это относится к 383 году. В нем блаженный Иероним обличает и осмеивает нравственную распущенность и религиозное лицемерие современного ему римско-христианского общества и преимущественно духовенства. Письмо вооружило против блаженного Иеронима буквально всех римских христиан, тем более, что все язычники, отступники и все, кто с ненавистью относились к имени христианскому, ревностно списывали это письмо, потому что оно обесславило все классы христиан, все степени, все профессии и всю церковь, подвергая их постыднейшему позору. Во время этой бури негодования, возбужденной помянутым письмом, блаженный Иероним находил некоторый покой в обществе благочестивых друзей, расположенных к нему и уважавших его. Так упрекал впоследствии блаженного Иеронима за злополучное письмо его бывший друг Руфин. Так, например, сделанный блаженным Иеронимом по поручению папы Дамаса необходимый полезный пересмотр латинского перевода книг Священного Писания возбудил ожесточенную вражду, потому что он лишал христиан многих привычных и любимых изречений Святого Писания, которые хотя и были ошибочно выражены по сравнению с подлинным языком святых книг, но вследствие долгого употребления сделались дорогими. Бенедикт, 14 марта, кавычки открыты.
В одном из монастырей преподобного Венедикта был некий нерадивый брат. Во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви, и хотя игумен за это часто его наказывал, он не исправлялся. Узнав об этом, преподобный Венедикт призвал к себе сего инока и, наставив его душеполезную беседу, отпустил домой, но тот все-таки не исправлялся. Тогда сам преподобный отец пришел в тот монастырь и, стоя во время службы в церкви, посмотрел на этого нерадивого брата и увидел при нем беса в образе какого-то черного отрока, который, ухватившись за край одежды того инока, влек его вон из церкви. Преподобный сказал окружавшим его: «Видите ли, кто влечет того брата вон из церкви?» Они же сказали: «Нет, отче». После этого святой Венедикт помолился Господу, чтобы он открыл их душевные очи. И на другой день некоторые из них увидели небольшого Фиопа, который влек того инока из церкви, и они пересказали святому, что видят. По отпуске церковной службы преподобный отец ради спасения того брата, применив свой мягкий нрав на Грозный, уже не словами только, но и железом наказал ленивого брата, и этим отогнал от него беса, который, как бы сам, принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку, и он с тех пор совершенно исправился. Из кавычки закрыты. Искусственное, что не из природы, что человек сумел перемешать, ненатуральное, суются мимо брода, когда поженится кобыла и ишак. Во всем ненатуральном искривлении подвохи выползут, законные укоры, подделка вроде на творца хуления, об этом незатушенные споры. Чего писание священное не знает, и без чего апостолы свободно обходились, от Моисея скрыто на Синае, в монастырях через столетия родилось. Искусственны праздники успению, благословены девы в Назарете. Меня не спрашивают, будто пенья. Кто сверх Писания намудрил, тот держится в секрете. В постах через столетия увязли, дней больше половины и на всех. Богатым разнотравье, сыр и масло, природной лысине ненатуральный мех. В пробирочках или души благодарить. Икринок и синтетики не оживить в воде. Рождается чудовище, заморские отродья, масонских тысячи подбросили идей. Не нужно микроскопов и расчетов для вкусного обеда Авраама. И если даже что-то не допечется, но только не травись химической дрянью. Пусть будет проповедь проста и безыскусна, но только не объедки Византии. Молитва детская, понятная по-русски. Писание в руках, не в карантине. Раздастся плач рожденных натурально. Не 40 бормотаний, Господи помилуй. Привыкли жить на дрогах погребальных. Рождая не бойцов, пищит рахитик хилый. 28.08.03. Игла. Игнатий Лапкин.